Всем привет и добро пожаловать на канал. Что ж, продолжаем играть Атом РПГ. Давайте все-таки мы пройдем КПП, и я думаю, нас должны спустить уже на самый верхний уровень. Теракт? Что за теракт? Понятно, показать с собой удостоверение. Далее, вот именно. Все, и нас сейчас пропустят. Ура! Седьмое мини-небо. Интересное название, конечно. Давайте посмотрим вообще, что за территория, насколько она большая. И вообще, есть ли все силы и смыслы, что мы здесь мучились, чтобы попасть сюда. Войти? Итак, у нас тут есть ящики. Серьезно. Здесь даже никто ничего не охраняет. Провал? Я же испугался, неужели я не смогу взять? О, кстати... Почему бы нет, да? Мусор такой, мусор подбирать. Здесь тоже я могу взять. Ну, пусть будет. Лишним точно не стоит брать. Ну, консервы. Консервы тоже хорошо. Блин, вообще шикарные вещи здесь лежат. А где охрана-то вся? Ого! А это уже круто. Жалко, что у меня единственное, никто не может одеть это. Алло, есть кто дома? Ого! Робот! Привет, ты без меня будешь? Всю вашу команду, вас в том числе, товарищ Тузов. Какого резонанса со мной знакомиться? Какая цель, верно? Сколько надежно запрет? Так, лифт вниз, хоть не пострадал. Значит, я могу спуститься вниз и открыть подземное помещение. Но у меня в порядке, уже есть ключ, карта. Ну, давайте выслушиваем. Хотел бы избежать, но если не будет выхода, что поделаешь? Так, наверное, кровопролитие. Пф, тоже проблемы. Уже столько людей перебивал, так что какая разница, одним больше, одним меньше. Не против, все-таки организация секретная. Харизма сработала. Я боялся, что не сработает. Так. Я буду в соседнем здании. Эй, чувак, ты будешь за меня? Блин, это охранник. Я так понимаю, в будущем этого ученого будем убивать. И как раз будем сражаться с этим стражником. Расскажи-ка мне о теракте. Меня зовут Фот, да-да. Я командир большого автопробега. Какой-то фильм закрыто. Обогреватель. Хозяйственное мыло. Огнетушитель. Метла. Я хочу сюда войти. Что это для этого нужно? Тут нечего воровать. Хм. Так, ладно, нас сюда не пускают. Давайте здесь посмотрим, что здесь происходит. Бутылка. Мистер, а ты кто такой? Чё они с такими очками, такие все деловитые? Просто до ужаса. Вот. Радиатор.
макулатура. Метательный нож. Метательный нож, огнетушитель. Черенок от лопаты. Полка. Это, понимаю, здесь мусор один. Ну да, тут нечего делать. Пойдем посмотрим, что это за человек. Привет. Кто ты такой? О, это торговец. Подожди со своим клоуном. Кто это такое? Вот другое дело. Ладно, давай поторгуем. О, удача, азартные игры. Это у нас получается третий чувак. У нас что-то нужно забросить. Блин, такое говно. У нас два. На двойку что мы можем сделать? По факту ничего. И он первый ходит. Все, тараканами напал. Архаус. Давайте сделаем тоже. Аранхидиус. И мы пока побеждаем отбой. Снежная ведьма, кстати, одну очку дают. У нас нет еды. На 4. У нас 5. Кстати, мы можем сделать так. И мы можем сделать так. Снежная ведьма. Отбой. У него 4 хп, у нас... Блин, даже, блин, это печально. Он все закончил. 5 очков, 5 очков. Это я 3 себе добавляю. Это плохая... Плохая карта. 4, 2, 2. Кстати, давайте так сделаем. Блиндаж сняли. Нам нужна еда. Соответственно, мы делаем это. Отбой. Блин. 6 очков мы должны снять. У нас 6. 6 навряд ли мы снимем. И защиты у меня никакой нет. Шесточков, так, 2. Три. У нас опять-таки еды нет. Здесь я себя убью просто-напросто. Давайте сделаем так. Сделаем так. Можно было бы, конечно, сделать. Ну, ладно. Давайте молиться. Мы молились ли на ночь? А, ну да, конечно. Мог мне сразу убить, чувак. Ладно, давайте второй раз попробуем. О, успех. Отлично. Удача сработала. Прикольно. И я первый хожу. Землянка. Ну, кстати, вот эту карту я лучше сброшу. Отбой. Траншея. Почему бы нет, 3 защиты, тоже хорошо. Давайте
Ладно, оставим эту карту пока. Да, пускай он тебе тратит, хотя он мне минус 2 сделал. Мне больше навредил. Зато он себе хп убрал. Раз, два, три. А нам нужен 4. Еще защиту поставил, гад. Минус 2 домика. Минус 2 домика. Блин, все в домах. Столовая. Ничего, северный варвар. Блин, только говно. Хотя подожди-ка, я могу выиграть. Мне нужна одна еда. Нет, мне 7 очков надо. Понятно. Это мы оставим. Мы сделаем так и сделаем так. Будет шикарно. Демон, минус 6. Ну плевать на самом деле. Потому что мы делаем еду. И мы делаем минус 5. Ребята, минус 3. Давайте теперь посмотрим, что у нас за миссия. Общественное дело. Общее дело. Так, Ворон хочет удостовериться, что в случае нападения на северян милиции будут помогать в обороне. Мне нужно уточнить этого командира Шапкевича. У Веронина есть подозреваемый в связи с недавним терактом в седьмом небе. С группой некоторых малюты. Он получил поговорить мне с ними. И я могу найти в сером углу. Ага, и дамба. Вот, как раз таки я должен отправиться в дамбу. Ну давайте отправимся. Привет. Так, я должен поговорить, это охранник. Вот, наверное, мы с ним должны поговорить. Товарищ, товарищ, помоги мне. А, щенок, нет. Да, все-таки Шапкевич это вот этот командир. Так, отправил Воронины. Далее, далее. О чем говорить? Далее, далее. Окрестности города правду кишит бандитами. Что изменит уничтожение еще одной банды? Живодеры, живодеры. Понятно. Короче, не хочешь нам помогать. Понятно. Короче, никто нам не будет помогать. Мы будем сами по себе. Печально, на самом деле. Пустоши, общее дело. Просил меня избавиться от отряда северных диверсантов, живодеров. Только тогда он начнет помогать нам, да? Где-то за городом. Вопрос. Холодная пойма, большая пещера. Ну, скорее всего, большие пещеры. Я других вариантов не особо вижу. Прочитать записку. Так, из-под подворотни лет 10 сталкивается с вами посреди тротуара. Быстро сведите вам в руки клочки бумаги. И промо... Да, вероятно, извините. Так.
Мне пришла пора использовать данное тебе обещание, вояка. Навестите меня в деревне Раздора, за городом, в доме матушки Араши. Араши, не тот ли молодец, который вы выручили на корабле капитана Ланга? Вы заносите информацию в свой журнал. Окей, забежим, посмотрим. Может быть, это наш еще один, как сказать, компаньон? Было бы замечательно, конечно, на самом деле. А то как-то втроем бегать скучно. Тем более, мне нужен снайпер. Так, загадка, которую он заберет в свою могилу. Не знаю, зачем мне их постоянно убивать. Рысь, рысь. Так, общение есть? Прокатило. Далее, далее. Тут вообще было разен. Харизма. Есть, прокатило, отлично. Ясно, ладно, понятно. Короче, у нас тут дофига всякого фигни. Кто вот такие? Поднять ту руку. Ладно, ладно. Начать издалека. Не гони, брат. После теракта в седьмом небе менты всех прежних шмотают. Тут небезопасно. Короче, тут у нас получается проблемы с северянами. Что такое? За что вы на нас нападаете? Ого, смотри-ка, я получил урон. Еще оружие потерял. Черт. Минус? Что она тут? С ножиком на меня напала? Нифига себе он. Она как пробивает. Ну, кстати, так прикольно с этим, как сказать, рюкзаком выглядит. Здорово. Зато теперь я могу бесконечно таскать вещи. Вот им буду ему все давать. Записка. Короче, одно говно. Это журнал обновился, да? Таинственный Мюллетов мертв, но перед смертью он выронил большой листок записки. Его стоит подобрать. Я подобрал. Шифры с северян. Ой, просто это же фигня какая-то. Может, он сможет разобраться, что это все значит. Так, мы обязательно это сделаем. Что я должен сделать в дамбе? Угу. Ладно, мы побежали в дамбу. Кто тут такой? Араши? Расскажи про работу. Так, обещание. Хорошо, я согласен. Я хотел тебе задать пару вопросов. Нет. Ланга. Ладно. Давайте посмотрим, что он вообще от меня хочет. Рудогарский порт. Не детская игра. Наемник Араши попросил меня получить той бланк офицера ТСБ Игната Таруханова, портовом борделе ночью. Документ нужен, чтобы поделить официальный приказ о выпуске заключенных и вызвали автора карточных игр Жасера Симонова. Нет, какая-то. Шифр. Усташи.
это за городом. Где за городом, фиг его знает, да? Я думаю, либо в пещере, либо где-то еще. Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь творится в дамбе. Здесь никого. А здесь никого. Смотри-ка, здесь даже с кем-то можно поболтать. Кто такой? Скажи больше о дамбе. Вы чувствуете легкий пинок в бок? Ага. И на нас кто-то напал. Нифига себе, тут рабов. Снайпер. Мне кажется, они какие-то самоубийцы. Ох, кровь, кишки и все остальное. Опа-на, боевой медведь. Офигеть. Это шикарно просто. К-47. Давайте, знаете, что сделаем? 54%. Блин, печаль на самом деле. СКС, кстати, блин. Мишка прибежит сам ко мне. Есть хочу. Сейчас будет по мне стрелять, да? Нет, он выбросил. А, я ему оружие выбил. Блин, это вообще шикарно, кстати. АК-74, кстати, 74. Не другой. Ишь. Тут самый страшный вот этот остался. И Мишка. Ну, Мишку мы убьем. Обрез. По факту все остальное говно. Мишу убили. Без меня даже. Вот твари. Ну, относительно, относительно. У тебя прицельный. 5. Давайте посмотрим. 99% минус. Все остальное по факту не интересно. Это что такое? А, это снайпер такой с большой пушкой. У нас тут всех расстреливает. Чувак шикарен просто. Блин, надо было немножко пожрать, наверное. Чтобы дальше сюда зайти. А то я даже голоден. Ты куда побежал-то? О, промахнулся. Слушай, почему он с пистолетом ходит? У него же что, патроны кончились? Пять, а мне надо. Ну, кстати, почему бы не, да? Хорош. Мужчина получил 4 урона. Горим! Чувак, Гексон, не гори, уйди оттуда. Ну, хорошо. Он и так хорошо стреляет, конечно. Северянин помер. Блин, 2 патроны попал. Очередью. Сто два. Блин, давай в этого также.
Нет, облом. Ребра круз... Ох, хорошо по ним попал. 62 хп снял. Мы все, отбили атаку. Аскольд Чернов. Так, теперь осталось поесть, а то как-то совсем тяжко. Я умыляюсь. А чё так страшно-то? Ложь сам сделает. Броньку раздобыл. На заводе купил. Смотри-ка, кстати, заметил то, что у меня броня. Интересно, чего плохого массу? Плохо? Интересные, кстати, мысли. Кстати, он может продавать что-то, да? 40 патрон. Плюс вот эту штучку мы тоже возьмем. Это можно продать. Костер. Так, давайте возьмем все, что здесь еще валяется. Кстати, прикольная штучка. Ящики, это, то понимаю, все. А с другой стороны, я думаю, мы бы нападали сюда, если бы мы играли за революционеров. Хотя, с другой стороны, фиг его знает. Микросхема, батарея, огнетушитель, пустая банка. Можно было, конечно, продать это все дело. А что у нас здесь такое? Очень много металлолома. Это база очень большая. На самом деле. Я думал, это все маленькое такой кусочек, а тут нифига. Металлолом, пустая банка, старый башмак. Надо еще оружие забрать. О, кстати, насчет оружия, да, вот. Отлично. Нет, тоже возьмем, пригодится. Так, человек, куда ты убежал? Ну, кстати, у него такое себе. Гранат у меня так полно. Илья Лисьев. Так, интересно, мы с ним что-то будем болтать или нет? Если нет, давайте здесь посмотрим. О, 300 рублей, кстати. Деньги всегда нужны. Даже если с учетом того, что мне 40 тысяч. Но все равно. Вдруг надо будет для брони что-нибудь купить. Ого, бронированный бак. Возьмем. Сейчас посмотрим, куда мы можем его присобачить. Спина есть. Так, минус 3 уклонения, 9 кг максимальный вес, защита и сопротивление урону. Прикольно, пускай будет. Трупики мы сейчас возьмем.
Там интересно, мы можем здесь какого-то медведя, например, за себя взять? Я думаю, было бы прикольно. Если здесь сейчас на мишку можно будет взять что-то, я думаю, нужно искать компаньона типа мишки. Гиксон, забирай. На 150 килограмм может искать. О, СШП. Бочка и... Блин, патрон, смотри, сколько. Надо будет, конечно, с меткостью что-то сделать. Меткостью гранат. Труп. Нет, на мишку, к сожалению, ничего нельзя взять. Я думал, то, что у них оружие намного больше, намного интересней. Но, к сожалению, я ошибался. У них одно говно. Ну, что поделаешь. Да, да, мы пришли, поэтому я прощаюсь с вами. Всем спасибо, кто посмотрел эту серию. Ну и до встречи. Всем пока.